Так, здрасте. Так, как я делаю шортс? Берем ролик, определенный ролик. Закидываем сразу музыку, сам ролик. Что вы хотите видеть на этом видео? Я добавил надпись «Стримы каждый день». Я их копировал, задал координаты. Вот координаты данной надписи «Стримы каждый день». Трек-трек-трек-трек, просто копировал, ну как бы, одна надпись зафиксировалась на этом уровне, и мы просто Ctrl-C, Ctrl-V жмем, добавляем переходики, чтобы мигало, чтобы моргало, типа добавляло эффект GIF. Далее, звук убийства, в нашем случае это тринь, монетка, копилочку. То есть вот у нас таймлайн видео, нарезанное кусочками. Поставлено ограничение в минуту. Чтобы нам добавить вебку сверху и все было гармонично, идеально, ровно, вам просто нужно сделать следующее. Вот мы взяли кусочек определенного видео, да? Давайте возьмем, ну, допустим, ладно, не это возьмем, давайте что-нибудь другое возьмем. Хотя ладно, пофиг. Что-то багается, не хочет ничего браться. Давайте возьмем вот этот кусочек. На примере. Вот, допустим, у нас есть кадр. Вот у нас есть кадр. Вот мы подогнали, все по центру подогнали, сами там рамочки поставили. Вот, допустим, хотим видеть так. Зафиксировали, запомнили масштаб, положение. Вот у нас кусочек для вебки. То же самое. Мы вот копируем Ctrl-C, Ctrl-V. У нас вот получается еще один видосик. Мы хотим вырезать именно вебку. Добавляем сюда обрезать. Оба. Обрезать. В поиске вбиваем. А звук нам не нужен. Удаляем звук. И пишем координаты. Пишем координаты, что нам обрезать надо. Вот у нас видео наше. Мы, допустим, хотим обрезать. Так, под размер надо подогнать. Сверху. Что нам обрезать сверху надо? Сверху у нас потолок. Все, как бы обрезать ничего не надо. Нам нужно обрезать слева, справа, снизу. Давайте по центру поставим. Ну, у нас же будет побольше картинка. Она будет огромная. Давайте, наверное, даже не GIF возьмем, давайте исходник возьмем. Давайте возьмем исходник. Прячься за... Вот, давайте возьмем исходник. Давай... Вот мы, к примеру, задаем масштаб. 275. Нет, это большой масштаб. 165. Тоже большой. 155 масштаб, тоже большой. 135 масштаб задали. Отлично, по центру выровняли. Центр у нас это 720 положение. Задали центр 720. Вот видите, где слева. Вот здесь выбираем элемент управления эффектами. 720. Далее, вот нам нужна вебка, к примеру. У нас вебки здесь нету в исходнике. Ну, допустим. Давай, 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 побежали. Допустим, вебка находится Об этом. у нас сбоку, вот здесь вот, да? Добавляем обрезать, удаляем voice. Уменьшаем кадр сначала. Обрезаем. К примеру, у нас вебка находится вот как у меня, да. Ну, то есть вы сами все подгоняете.
именно вот обрезать, вы сами все под вебку подгоняете и запоминаете, и запоминаете вот эти проценты слева, сверху, снизу и так далее. И положение, где где, чтобы она располагалась. То есть сверху, да? Вбиваете вот здесь вот, вбиваете, смотрите. Вот как у меня вебка. 3%, 53%, 76,5% и 31%. Вот это у меня вебка, да, расположена. Далее, что вы хотели, где она располагалась? Пишите координаты. Ну, то есть, напиши сверху, да? Вот добавляем ее на таймлайн. Вот она вебка, к примеру, и вы хотите, чтобы она сверху оказалась. Всем похуй. Забытым, брат. Так, это я не туда задаю, не то видео задаю. Прячься за бэтом. Вот это видео. Прячься за... А, масштаб, я не ввел масштаб. Обезьяне клево, фармилась нахуй, обезьяна, блядь, говорит, пара, пятерка, ебать. Вот, и мы ее четко подогнали под видео. Прячься за бэтером, брат! Вот. Брат, прячь. Она ровненько по линиям, вот смотрите, можете даже вправо-лево чуть-чуть сместить, и уже она будет не по центру. Вот. Прячься за... Всем удачи.